вам покажу, как отмечают турки 8 марта и вообще отмечают ли они этот праздник. И сегодня я сама использую свой, применю в своих съемках мой стабилизатор. Посмотрим, что это и да как, получится ли у меня или нет. Вот, посмотрите, вот так вот он делает, так делает. В общем, мои хорошие. Ну что, посмотрите, какая красота вокруг. Видите? Пока мне еще сложно с ним. Сработать. Но я думаю, что что-нибудь получится у меня. Трудно пока, да, когда осваиваешь новую технику, всегда очень трудно. Вроде бы вот нашла я опять себя. Так, мои хорошие, аж как спит, он поздно ложится, а я сегодня воскресенье решила пройтись по набережной и показать вам, как отмечают турки 8 марта. Что-то будет интересно, обязательно я вам покажу. Вот мой любимый район Виран-Шихир, наша набережная, которая 5 минут у меня от дома. Смотрите, кто встречает нас. Они не боятся, настолько они стали ручные. Посмотрите, видите? Ничего не боятся, какие красивые. С праздником вас! С праздником! Чаечки, людей мало. В том году я помню, утром занималась пробежками, и Белидие Мерия раздавала всем женщинам цветочки в горшочках, как наподобие кактусов, такие маленькие. Все равно приятно. Посмотрим сегодня, что будет, что сегодня нас ждет. Что хочу я вам сказать? Хочу поздравить всех девушек, красавиц, все женщины красивые, каждая красива по-своему, я всегда говорю. У некоторых красота внешняя, у некоторых, ну, душа красивая. Поздравляю вас всех с нашим женским днем. Будьте счастливы, будьте любимы и будьте здоровы. Желаю вам сегодня провести обалденно день, чтобы вы его запомнили. До следующего 8 марта. Я не знаю, что меня сегодня ожидает. Ну, Ашка мой любит делать сюрпризы. Ну, Ашка мне подарил очень хороший телефон, с которого я сейчас снимаю. Стабилизатор. В общем, столько у него было подарков за этот месяц. И не знаю я, что меня ожидает. Лишь бы научиться пользоваться этим стабилизатором. Нажимать на кнопки. Нажимаешь, и пока не туда. Не получается так сильно. Смотрите, как классно. Я иду, а оно снимает. Вот, 21 градус. Моя любимая набережная. Столько собачек здесь. Собачка идет, какой песик, толстенький песик. В Турции отмечают праздники, и день влюбленных, и женский день, и еще есть день матери. Ой, 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 что происходит, что происходит? Страшненько так. Такие вещи я боюсь, поэтому и смотрите, какая стычка. Такие вещи я точно боюсь. Поэтому собак страшно иметь. Поняли? Да. Все побежали за той собакой. Видите, как опасно собачек иметь. Тем более, когда большие собаки, я с маленьким.
Поэтому я с малышом не выходила дальше. Вот и флаг Турции. Я сейчас пытаюсь. О, видите, развивается красивый флаг. Очень много велосипедистов. Сейчас я их покажу вам. Люди занимаются спортом, рыбалкой. Кто спортом, кто рыбалкой, кто баскетболом. Ой, обожаю Мерси. 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 То велосипеды вот берут на прокат. Что-то их много очень, велосипедистов. 8 марта. Друзья мои, как я люблю 8 марта, нарциссы. Самые простые цветы получаются. Люди устраивают себе пикники. Видите, как классно проводят время. Просто ставят столики, завтракают. Так у них начинается завтрак. Видите? Красота, не так ли? Вот. Скоро будет здесь все переполнено. Сегодня и воскресенье, и выходной. Если бы был, наверное, в понедельник, тоже бы сделали выходной. Играют все, развлекаются. А мы спим. Мой муж спит, спит допоздна, потому что допоздна он сидит, телевизор смотрит. А я вот благодаря зумбе и спорту начала как-то свой распорядок дня привела в порядок. Можно сказать так. Вроде бы у меня получается снимать. Не так ли? Научусь. Для меня нет ничего, чего бы я не могла научиться, чему бы. Естественно, для всего нужно время, но я все преодолеваю, все барьеры, преграды и рвусь вперед, прорываюсь. Вот эти собачки все время рядом с нами и вот делают дискомфорт маленьким. В таких ситуациях очень опасно идти с собакой. Спрашивали, какой народ Турции. Вот вы видите. Некоторые спрашивали. Разный народ есть. Разный, разный, разный. Народ добрый. По крайней мере, я еще не встречала неприятных людей. Как видите, русскоязычных здесь очень мало. Вот там впереди я заметила наших русскоязычных. Сразу видно за на расстоянии. Ну, посмотрим, если они захотят зайти со мной на контакт, пойти. Тут пообщаемся. А там что-то такое будет интересно. Вы видите дальше? Дальше, дальше, дальше. Ну, а здесь чем-то уже пахнет. Полиция ходит, охраняет порядок. Наверное, закончилось уже все. Или еще не начиналось. Сразу видно же, правильно, что наше.
Здравствуйте! С праздником 8 марта! Я когда вижу своих, не могу отойти мимо. Я, знаете кто? Я блогер из Мерсина, Светлана Ата. И приятно было познакомиться, потому что меня спрашивают, вот можно я вас поснимаю, вы не против будете? Вы откуда приехали вообще? Расскажите, давайте познакомимся. Давай. Так, а моих... вы откуда приехали? А? Я приехала из Батуми сама, но здесь замужем. Мы вот. Приехали в Ленинградскую область, город Сосновый Бор. Угу. Живем мы в Ташурджу, строим атомную станцию. А, вы здесь, значит, уже постоянно, да. Я так поняла, и уже хотите обосноваться. Как интересно познакомиться, потому что меня столько вопросов задают насчет атомной станции. Страшно ли это, опасно ли это, можно ли приезжать, как-то подействует на экологию Мерсина. Что вы скажете? Как вас зовут, кстати? Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, а вас? Меня Ольга. Ольга, вот, очень приятно. Давайте мы потихонечку пойдем. Давайте, давайте. Ну вот, мои хорошие Вячеслав и Ольга, я их попросила... дать мне интервью, ответить на многие вопросы, которые вас интересуют, прямо вот с тех людей, наших русскоязычных, не с моих слов. Так, Вячеслав, расскажите, значит, вы здесь приехали вот на атомной станции, вот поподробнее можете рассказать, я вам задала уже вопрос, опасна ли атомная станция будет для Мерсина, экологии, как вообще, когда ее собирают открывать? Ну, пуск первого энергоблока состоится в 2023 году. Вот, безусловно, Турции нужен свет, потому что здесь это очень дорого, здесь этого не хватает. Угу. Вот поэтому турецкое население, оно положить по всему этому относится. Вот. На безопасность это никак не повлияет, потому что мы, ну, в частности, Россия, она строит высокотехнологичные блоки, и это не первый блок совершенно. Угу. Много лет уже, много опыта, много специалистов. Поэтому это совершенно безопасно и на экологию никак не влияет. Угу. Понятно. И аэропорт строят. Вот слышали же, да? К аэропорту мы отношения не имеем. Поэтому мы не знаем. Да, мы летаем через Анталию и через Адан. Ну вот знаете, почему говорят? И аэропорт, вот хотят ускорить его строительство в связи с открытием атомной электростанции. Вот все к одному, поэтому я думала, вы в курсе. А так вообще вам, вот вы уже больше года, говорите, здесь проживаете. Как вам обстановка? Как относятся местное население к вам? Вы довольны вообще? Вам нравится Мерсин? Да, конечно, здесь нравится. Здесь тепло, море фруктов, солнце, море. Поэтому да, нам здесь нравится. А жизнь дорогая здесь? Ну, относительно. Относительно. За жилье вы снимаете, да, там, mm-hmm. наверное, газ у вас там и коммунальные услуги? Да, да, они, конечно, здесь дороже, чем в России. Mm-hmm. Ну да, когда здесь купишь квартиру и это за все не платишь, тогда это намного легче, вот я на себе говорю. Вот нам, например, минимум 2000 лир, ну с мужем можно там, допустим, без гулянок, без различных там путешествий, походов куда-то. А так, конечно, вот немножко тяжеловато всем тем, кто собирается приезжать и брать жилье в аренду. А в чем здесь тяжело? Угу. В чем тяжело здесь? Тяжело, но в каком смысле тяжело? Материально спрашивают, прожиточный минимум сколько? Ну вот я отвечаю, что минимальный 2000 достаточно вот так вот. А если снимать квартиру еще, ну этого не хватит, конечно. А люди, как турецкоязычные, вы встречаетесь с ними часто, наверное? Постоянно. Как они к вам относятся? Они очень доброжелательные и гостеприимство просто в них. Всегда рады с нами пообщаться, они очень быстро изучают язык. Угу. Быстрее они, чем мы. Да, да. Да, да, вот я тоже вот, я тоже вот не встречала негативных никаких. Вот иду, все улыбаются, здороваются. В общем, я вот, меня спрашивают, ты не боишься одна ходить русская здесь? Не боюсь, вообще не боюсь. И ночью могу ходить, но ночью не хожу, конечно, одна, без мужа. Ну, ничего страшного в этом нет. Красота сейчас начинается, весна уже в полном разгаре. А вы цитрусовый фестиваль видели? В том году, да. Я тоже столько много у меня видео в этом. Вообще очень красивое событие. Ну, еще что-нибудь можете рассказать о себе там? Олечка, может, вы что-нибудь скажете? А что вас интересует? Ну, вы не планируете на постоянное жительство приехать? Я приехала именно посмотреть командировку, посмотрела, и ну, надо подумать об этом. Ага. Да. Ну, конечно, время есть у вас, думайте. Ну, мне кажется, будем заканчивать на этом наше интервью. Приятно было с вами познакомиться. До свидания, пока-пока. Ну что, мои хорошие,
Вот я познакомилась с молодой парой, Вячеславом и Ольгой из Санкт-Петербурга. Вы сами увидели, какие они жизнерадостные, очень добрые. Сразу пошли со мной на контакт. Проживают здесь и радуются жизни, радуются мерси. А вот такая вот я смелая, люблю общение и останусь такой навсегда. Ну, видно, тут закончилось все. Подарки раздарили, я не успела ничего. Сейчас я погуляю, если что-то будет интересное, я вам сообщу и покажу. И я уже научилась пользоваться моим стабилизатором.